Ну, неважно. Значит, серия наших концертов называется «Батальонная разведка». Вот, и в каждой жизненной круговерти должна быть какая-то своя ось. Вот эта песня «Батальонная разведка», я думаю, что вы согласитесь, это ось, на которой нанизаны наши души. Я думаю, что будет правильно, если мы закончим наш сегодняшний вечер. Я хочу поблагодарить всех, кто сегодня пришел сюда. Большое спасибо, мы очень волновались. Я бы хотел, чтобы вы поблагодарили нашу Олю, нашего администратора. Аплодисменты. Вот. Мне очень приятно, когда мне Коммунистическая партия России подарила грамоту. Вот. Я хочу попросить, что в следующий раз мы эту грамоту должны выписать нашему администратору. Потому что, знаете, вот как человек, который всю жизнь ползал на брюхе, я очень уважаю людей, которые делают работу, без которой концерт наш невозможен. Вот, наш замечательная Олечка и все, кто сегодня пришли сюда, особенно слушатели. Вы знаете, вот Советский Союз, наша Родина, да, он будет жить до тех пор, пока мы будем что-то делать такое, что с ним связано. И самое главное, то, что мы будем помнить об этом. И никуда мы от него не денемся, потому что мы там выросли, мы приобрели основные наши направляющие косинусы, в соответствии с которыми мы сегодня живем. Вот. И слава Богу, что у нас хватает силы ума отстоять свои принципы от нынешнего вала вот этого бескультурия, вот этой вот кошмарной совершенно похабщины, которая льется на нас со всех сторон. Вот. И наша серия «Батальонная разведка», которая продолжается уже 4 года, Юра, да? С 2008 года, да, уже 4 года продолжается наша серия, да, сентября. Вот, мы хотим поблагодарить вас всех, потому что, знаете, мы, конечно, пишем песни, но главные люди в наших концертах – это, конечно, вы. Вы сегодня нам подарили кусочек своей жизни. Благодаря вам у нас есть стимул продолжать заниматься вот этим тяжелым трудом. Вот. И я хочу еще, знаете, сказать от себя лично. Вот одну вещь, которую, к сожалению, ну, не видно ее. Очень почему-то принято петь, рассказывать и вообще заниматься вот какими-то песенно-развлекательными вещами в области, где вот типа я выпил бутылку водки, упал с балкона, да, и о, как здорово, о, как круто, да. То есть то, что происходит в области нашей массовой культуры, это деструктивно. Это поддерживает людей, которые разрушают. Это бесовщина, вот правильно сказали. Это дьявольское, так сказать. А людей труда, людей чести и людей совести, к сожалению, поддерживать почему-то не принято. Это у нас, это не только при советской власти, не только сейчас. Это у нас традиция нашей славной культуры. Вот поддерживать людей, которые почему-то, извиняюсь за выражение, голую жопу показывают. И это считается интересно, круто и так далее. Но вот то, что делает Виктор Глебович, то, что делает Игорь Николаевич Морозов, вот, это как раз и настоящая культура, которая должна быть во главе угла, вот, а все остальное должно быть в очень небольшом, так сказать, пропорциональном состоянии. Вот. И то, что вы приходите и слушаете вот эти песни, это на самом деле очень важно. Значит, есть настоящая жизнь. Не надутые пузыри, не жвачка, не заменители вкуса, да? А есть у человека настоящая любовь, да. Да ладно, я... Нормально все, не торопись. Я на машине, я тебя отвезу. Ты не стал петь? Вот я тебе буду сейчас мстить. Буду долго и занудно рассказывать. Короче, большое вам спасибо за то, что вы приходите на наши концерты. В июне наши концерты состоятся здесь, когда мы сейчас выясним. Вот. Но они обязательно состоятся. Вот. И нам очень хочется, чтобы эти концерты проходили. Здесь большое спасибо «Орбите». Но нам очень хочется, чтобы они проходили в больших залах, где можно собрать наших по-настоящему, которых на самом деле много. Вот. Сейчас у нас с вами впереди замечательные вещи. Во-первых, 9 мая мы поздравляем. Вот я поздравляю от имени Игоря Николаевича Морозова, который сейчас отсутствует по уважительным причинам. Виктор Глебович вас уже поздравил. Поздравляю вас с 67-й годовщиной победы советского народа в Великой Отечественной войне. И пошли все они нафиг с этими... Вот.
Это наш с вами праздник, это наша с вами слава. Мы хотим пригласить вас 8, 9, 10 в Коломенское, где состоится очередной фестиваль авторской песни, на котором я буду вести военную сцену. Пятница, суббота, воскресенье. Мы будем с вами петь июня, 8, 9, 10 июня. Приходите, пожалуйста, как всегда, в парк Коломенское, там будет военная сцена. Я ее буду вести, мне будет очень приятно, если вы придете, споете, послушаете, вообще просто там пивка попьете возле сцены, и мы увидим родные, знакомые лица. А на войне, как на войне, а нам труднее того вдвойне, едва взойдет над сопками рассвет. Мы не прощаемся ни с кем, чужие слезы нам зачем? Уходит ночь, уходит дождь, уходит снег. Мы не прощаемся ни с кем, чужие слезы нам зачем? Уходим в ночь, уходим в дождь, уходим в снег. Батальонная разведка, мы без дел кучаем редко. Что ни день, то снова поиск, снова бой. Ты, сестричка, в медсанбате, не тревожься, Бога ради, мы до свадьбы доживем еще с тобой. Ты, сестричка, в медсанбате, не тревожься, Бога ради, мы до свадьбы доживем еще с тобой. А если так случится вдруг, тебя навек оставлю, друг, не осуждай меня, война тому виной. Тебе наш ротный старшина отдаст медали ордена в разведке, заработанные мной. Тебе наш ротный старшина отдаст медали ордена в разведке, заработанные мной. Батальонная разведка, мы без дел скучаем редко. Что ни день, то снова поиск, снова бой. Ты, сестричка, в медсанбате, не тревожься, Бога ради, мы до свадьбы доживем еще с тобой. Ты, сестричка, в медсанбате, не тревожься, Бога ради, мы до свадьбы доживем еще с тобой. Когда закончится война, мы все наденем ордена, гурьбой усядемся за дружеским столом. И вспомним тех, кто не дожил, кто не допел, не долюбил, и чашу полную товарищам нальем. И мы припомним, как бывало, ночь шагали без привала, рвали проволоку, брали языка. Как ходили мы в атаку, как делили с другом флягу и последнюю щепотку табака. Как ходили мы в атаку, как делили с другом флягу и последнюю щепотку табака. Батальонная разведка, мы без дел скучаем редко. Что ни день, то снова бой, снова бой. Сестричка в медсанбате, не тревожься, Бога ради, мы до свадьбы доживем еще с тобой, я золотой. И сестричка в медсанбате, не тревожься, Бога ради, мы до свадьбы доживем еще с тобой. Все. Все, Миша, все, ты обещал все. А что у нас? Можно продолжение.